Хабиб Нурмагомедов родился 20 сентября 1988 года в традиционной аварской семье из небольшого дагестанского селения Сельди. Практически все местные мужчины были потомственными борцами. Не стали исключением и родственники Хабиба. Его отец Абдулманап Нурмагомедов – мастер спорта по вольной борьбе. Брат отца – чемпион мира по самбо 92-го года. Дядя по материнской линии – титулованный борец. Естественно, что и Хабиб, и его младший брат Абубакир пошли по стопам именитых родственников. И с ранних лет увлекались борьбой. Их первым тренером стал отец, который чуть ли не с пеленок готовил сыновей профессиональных бойцов. С 3 лет Хабиб начал осваивать элементарные бойцовские элементы, а в 5 вышел на ковер. Когда мальчику исполнилось 10 лет, семья перебралась в Махачкалу, дабы у отца появилась возможность собрать собственную группу из молодых талантливых спортсменов, в число которых вошел и Хабиб. До 15 лет он особо не отличался от других мальчишек. Ходил в школу, регулярно посещал тренировки, часто дрался с дворовыми ребятами. В какой-то момент Хабиб хотел устроиться на работу охранником, чтобы зарабатывать деньги. Но вся семья выступила против. Спорт, говорил его отец, это тоже работа. Причем тяжелый профессиональный спортсмен не должен думать, как зарабатывать на пропитание. Иначе он никогда не дойдет до вершины, становясь взрослее или сильнее. Парень стал выделяться из общей массы, и отец-тренер понял, что его старший сын уникальный самородок, которому под силу заставить говорить о себе весь мир. Если до этого Абдулманап больше делал ставку на дзюдо и видел сына в будущем чемпионом татами, то тогда он осознал, что Хабиб потенциальный лидер смешанных единоборств. Тем более парень сам больше тяготел к боевому самбо. Самбистами были и его кумиры: Федор Емельяненко, Рустам Хабилов, Рустам Тасунов, мастерством которых он не перестает восхищаться до сих пор. У каждого из них талантливый боец взял что-то для себя, а благодаря стараниям отца, который для его дал ему прекрасную начальную подготовку, внушил веру в себя. Спортивная карьера Хабиба уверенно устремилась ввысь. 23 года Нурмагомед стал самым молодым российским бойцом в истории UFC. Американцы сразу же оценили мастерство Хабиба и пригласили перспективного спортсмена в организацию. С этого момента достойный сын аварского народа по развитию Орел провел на ведущих рингах мира множество боев, закончившихся ею безусловной победой. Символом бойца стала папаха. Так он восхищает гордость за свой народ и преданность его традициям. Хабиб исповедует ислам, не пьет, не курит. Регулярно совершает с братом паломничество в Мекку. И строго соблюдает все основные заповеди Корана. В том числе не проводит бои во время Рамадана. Для него пост в Рамадан важнее любого боя. Хабиб старается никого не посвящать свою личную жизнь. Но поэтому до сих пор окружающие не видели лица его жены, тщательно скрываемого за плотной пражной. Она все время проводит дома, воспитывает дочь и молится Аллаху за успех и процветание своего знаменитого мужа. Друзья, каким был Хабиб до того, как стал известным? Большинство достойных черт Хабиб не утратил до сих пор. Ну а про основные моменты славы Нурмагомедова вы и так знаете сами. А как вы считаете, сильно ли поменялся Хабиб с приходом славы? Или он все тот же упорный паренек из Сельди? Поделитесь этим видео с друзьями и подпишитесь на мой канал.